Как отмечают сотрудники отдела надзорной деятельности, на фоне прошедших дождей количество возгораний снизилось почти в два раза. Однако жаркая погода берет свое, а значит, пожароопасный сезон продолжается. С наступлением жаркой ветреной погоды на приусадебных участках, территории в дачных участках, нужно запретить разведение костров, сжигание сухой растительности, пускание палок сухой травяной растительности. Также пожарные напоминают, на территории приусадебных участков обязательно должны быть первичные средства пожаротушения и достаточные запасы воды, чтобы в экстренной ситуации не допустить распространения огня до приезда бригады 01.